Валандуются по стране, нахальные и наглые. Сами себя зла истребителями, оборотни-уничтожителями и упыри-отравителями именующие. Воистину, нет ничего более отвратного, нежели монстрионы, натуре противные, ведьмаками именуемые. Ибо суть они плоды мерзопакостного волшебства и дьявольства. Легче всего они проникают в хаты честного, простого и не отдающего себе в том отчета хозяина, кои все заключения и злосчастья приписывают чарам, сверхъестественным существам и монстрам. Заместо того, чтобы богам молиться, заместо того, чтобы в храм богатое подношение занести, просто ксей такому грязному ведьмаку готов грош последний отдать. Веря, что ведьмак, этот безбожный выродок, сумеет долю его улучшить и несчастье отвратить. Обманывают наивных, будто они людей защищают, будто безопасность их стерегут, монстров убивая. Однако уже давно доказано, что делают это они для удовольствия собственного, ибо убийство для них — главное развлечение. Готовясь к деяниям своим, некое колдовство учиняют чародейское. Это и есть мерзавцы, без достоинства, совести и чести, истинные исчадия адовы, токмо к убиениям приспособленные. Нет таким, как они, места между людьми почтенными. А их Каэр Морхен, где оные бесчестники гнездятся, где мерзкие свои дела обделывают, стерт должен быть с лица земли, и след его солью и селитрой надлежит усыпать. Две унции купороса. Одна кальциум экум. Щепотка рибиса. Еще лунные осколки. И, конечно, корень мандрагоры. Или же правильно одну унцию купороса и две конской извести. Каэдвен, Синие горы, 1286 год. Ведьмачья крепость, Каэр Морхен. Хочется белой чайки? Ну и трофей, Эскель. А ты не должен был идти на охоту? Я завалю кабана голыми руками, понял? Вот увидишь. Тебе смешно? Убери эту падаль. Убедишься, тебе смешно? Ламберт, Ламберт! Удачи в пути! Удачи, волк.
Ушел как принцесса? Как нежна, да. Только не навернись там! А их Каэр Морхен, где он и бесчестники гнездятся, где мерзкие свои тела обделывают, стер должен быть с лица земли, и след его солью и селитрой надлежит усыпать. Монструм или ведьмака Писания. Лейся, музыка. Весемир. Господин. Он мой. Займемся стариком. Thank you.
Весь мир! Эскаль. Спустя полвека поэзии. Тимерия. 10 лет спустя. С тобой трудно связаться, солнышко. Не хочу, чтобы она меня выследила. Дайте, наконец, сделать по-своему. Нельзя стать посмешищами для ученицы. Я не затем отдала сестру под твое крыло. Я не могу раскрыть свой источник. Но я взяла важный след. И какой? Я найду ее. Доверьтесь мне. Я сама это допустила и сама доведу дело до конца. Она выпустила опасного полиморфа. Береги себя, Трис. Не подведи нас, Трис. Это была бы первая оплошность, Фрингилья. И последняя.
за любую информацию о гадких мерзавцах, что ведьмаками зовутся. Иди сюда! Юлиан! Ну подожди! Юлиан! Я не хочу больше ждать. А что, если папочка узнает? Ой, не узнает. А даже если узнает, я его не боюсь. Пойдем. За любую информацию о гадких мерзавцах, что ведьмаками зовутся, Тимерская корона щедро вознаградит. Этим ему дай! Этим! Тащи сюда пиво! Пиво! Но тот, кто раз от смерти сбежал, покоя не узнает ни ночью, ни днем. Так... Из глаз ее след счастья исчез. Сквозь смерть, что шла за ней, как тень. С юга зловещая песнь плывет. Слушай внимательно, это легенды голос. Человек уходит, легенда не гибнет. Ведь настоящая, в ней течет кровь. Ведь настоящая, в ней течет кровь. Тают снега на вершинах Махакама. Лютик. Мхом. Поросли курганы, а ты все так же прекрасна. Готов? Как всегда. Маригольд. Некоторые стареют. Это типичный людской недуг, старик. Точно только людской? Иди к черту, Лютик. Что ты тут делаешь, Меригольд? Охочусь на ведьму. Тарт морвут, ишерк веден глейде вене, эсат летен, эсат керме, эсат ваткерн. Дуэден авцириан карме глейдев, ин айн эсет.
оставь его! Оставь его в покое! Яцек! Яцек! Оставь его! Он выглядел прямо как он. Вот уверяю, зуб даю, что не вру. И тогда я его спрашиваю, как ты его назовешь? А он мне такой. Лютик, пожалуйста. А он мне... Блатва. Наверное, когда он трахал Фрингилью, в конце он говорил ей... Йен. Да. Как старые добрые времена. Давайте к делу. Есть новости из Вызимы? А ты? Не теряешь времени, Трис. О, а вот и моя гордость. Настоящий цветок среди сорняков. Я не знала, что у тебя есть. Бастарды? По этой земле ходит множество маленьких лютиков. Но Юлиан наименее бастард из всех них. Она была еще девственницей, сукин ты сын! Сдавайся, Огр. Оставь его. Сядь и закрой рот. Вылезай! Геральт помог бы. Но его здесь нет. Ты думал, что спрячешься? Я тебя убью! Нет, нет, я все объясню! Ты ее трахнул! Ты сучий потрох! Папочка, пожалуйста! Прошу, папочка! Я тебя раздавлю, как червя! Папочка! Что? Он! Что? Он на мне женится! Что? А, да, 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 я женюсь! Мой сын? И когда свадьба? Курва! Я тебя предупреждал! Оставь старика в покое. Не вмешивайся, бродяга! Бейте мутанта! Вместе на него! Только дайте повод деревенщины. Деревенщины? Как он нас назвал? А я говорил! Ведьмак! Валим, малой! Черт, я думал, все погибли! Награда, парни! Бить мутанта! Нападаем! Валим его! Ну, сделай хоть что-то. Отец, держись.
Совсем с ума сошел. Чем старше, тем глупее. Я не смог сдержаться. У того имбецила на лбу было написано: «Брось в меня кружкой». Сделай что-нибудь, Мэригольд. Глоссе. Сердце. Магия тут не поможет. Отец. Ну, признайте, я здорово ему наподдал. Я почувствовал себя как в старые... Что-то кончается. Что-то начинается. Вести об этой драке разойдутся быстро. Мы не должны были этого допустить. Мы? Если бы Лютик следил за своим бастардом, все было бы в порядке. Ты знаешь, что за твою голову дают 3000 аренов? За последнего ведьмака? Я думал, как минимум 5. Да еще и в новиградских кронах. Послушай, мне нельзя привлекать внимание. Я не просто ведьму преследую, а ту отшельницу из Аритузы. Надвигается буря. Тебя кто-нибудь видел? Никто, не считая гулей. Холопы держатся подальше от могил. На всякий случай. И правильно. Что ты имеешь в виду? Увидишь. Чудовища скоро вернутся. В ходе исследований
Я выявил некую закономерность. С момента сопряжения сфер монстры появляются циклически. Сейчас их почти нет, но скоро они вылезут из своих нор. Мы должны быть к этому готовы. Жаль, что в Академии не оценили эту твою теорию. Ты забыл, кто вытащил тебя из этой Академии? Нет. Как я мог? Ведь пол Танада пылало. Ты сумасшедшая ведьма. Кстати, о ведьмах. Нет новостей? Я не могу ее увидеть. Наверное, использовала защитные чары. Полвека поэзии. Лужа не справляется. Вы не можете простить ту девушку? Орнеллу не можем. Мы думаем, что она нашла книгу Альзура. Альзура из Марибора? Того придурка с генетическими модификациями? Да, того, кто и создал вас, ведьмаков. Но ведь записи Альзура и Малоспины давно пропали. Поэтому я и здесь. Я должна узнать правду. Теперь, когда Лютик мертв, и я потеряла след королевства... К черту королевства! Никто не интересовался судьбой ведьмаков, когда Каэр Морхен залила кровью моих братьев. Ведьмак, ты должен мне помочь. Мы отомстим за них вместе. Кому ты хочешь мстить? Я видел, как горела скотина. Если бы не Весемир, я бы тоже погиб. Ламберт! Нет больше ведьмаков, Мэри Гольд. Может, оно и к лучшему. Жаль только наших усилий, на этих неблагодарных. Заткнись уже! Это ты мне, пацан? Он рассказывал мне о вас. О вашей силе и отваге. О белом волке, что победил Сорокопутку и защитил Ринду от Джина. Но о тебе он почему-то не вспоминал. Теперь понятно, почему. Ты прав. На что смотришь? Возьми его себе. Устал я, курва. Он успокоится. Это был он. С друзьями Гвинблейда. Я пытался за ними следить, но колдунья использовала магию. Ты это серьезно? Ну и дурак. Соберем холопов. Топоры, прощи, вилы. Ублюдкам на погибель! На погибель! Thank you.
Отшипенец. Кошачьи глаза. Я знаю, он был здесь. Ну, видите? Очередной мутант. Вали отсюда! Оставь его! Папочка! Я спрошу еще раз. Куда ушел ведьмак? Подождите, господин. Пьяный мастер Лютик рассказывал, что они идут на север, в сторону Морибора. И еще с ним колдунья. Да, из соданских легенд. Наконец-то. Я их нашла. Ты знаешь, что делать. Есть возражения? Нет. Ты так боишься людей? Это было уже очень давно. Я справлюсь. Ты всегда будешь к этому возвращаться? Пока не поймешь, что не каждый мечтает о запахе нелюдя, горящего на костре. Что-нибудь еще? Да. Береги себя. Но есть одна проблема. Я ни разу не видел ведьмака. Как я его найду? Носит амулет с головой волка. Ну что? Далеко еще? Доверьтесь мне! То есть отцу! Не знаю, что хуже. Ты уверен, что знаешь дорогу? Я говорил. Отец все записал в своей книге. А он записал, в котором борделе тебе зачали? Нет, но есть кое-что поинтереснее. Хочешь послушать? А ты хочешь ногой под зад? Видите эту реку? Это Хотла. Наконец-то! Это поле под Бреной. Здесь случилась крупнейшая битва в истории. Прекрасный момент для болтовни об истории. Пойду отолью. Как раз на этом поле, на котором моя мать пролила кровь, я кладу, отец, прах твой. Чтоб вы соединились. Посмертно, вечной любви.
Но все одинаковые. Присмотрись, какие кругленькие, какие красивые. Никакая это не плотва, господин. Это форель прямо из ручья. Ну, мужик, ну... Ну, отлично. Твои яблоки. Ну, так как? Один, две. Это там чуть дальше. Холера. Почему мы не пошли в Брено? Там слишком много глаз. Эликсиры, травы. Кони, нам нужны кони. Коня у меня нет, госпожа. Гусыню возьмите. Может, жирненькую курочку? Нет, спасибо, гуси нам не нужны. Медальон, дающий красоту. Во всем вы зиме не найдете лучше. Ведь это никакая не плотва. Я ебал. Да уж, прошли в деревню по-тихому. Здесь тоже есть конюшня и корчма. Узнаем что-то, и на рассвете выдвигаемся. Вы выдвигаетесь. А я возвращаюсь на юг. Картошка, картошка! Что? Глазам не верю. Это же Трис Мэрибольд. Добро пожаловать, госпожа у молодой попки. Твой знакомый Мэрибольд. Добавлю, редко настолько славная особа появляется в этих краях, особенно в молодых попках. Где мои манеры? Я Волозад, местный староста. А это, наверное, господин ведьмак Гервальд из Ривии. И его друг, маэстро Лютик. Маргаритка ошалеет, как увидит. Вы, наверное, устали. Ну, конечно, староста. Мы умираем с голоду. А у вас это на лицах написано. Не идите в трактир. Там грязно, вонь и очень дорого. Пойдемте ко мне домой. Сюда. Доченька! Дай. Я поем, а ты сбегай еще за вином. Ой, пригодился бы нам в молодых попках ведьмак. Пригодился бы. Раньше это село называлось Старые Попки? Называлось. Мы даже с Бренной конкурировали. Ведь... Битва с имперскими на нашем поле была. Но название теперь другое, мы изменились. Молодые попки, видимо, звучит лучше. Правда, староста, гораздо лучше. А поведайте мне, бургомистр, об этой ведьме, что детей ворует. Ганида живет здесь, за трактом, в лесу, на севере. Все это началось весной. Как пробудилась от этого своего сына летнего, так начали у нас пропадать сироты. Убогая детвора. Жрет их. Жрет? Жрет. Приманивает сладостями. Недавно тут братья пропали. Даже не думай об этом, Мэрибольд. Но это бы все объяснило. Орнелла сбежала еще перед Белитейном. Вы думаете, это она? Вас нам небо послало. Подождите, я... Я придумаю какое-нибудь вознаграждение касательно этого нашего уговора. Дело не в деньгах, староста. Я больше не... Мы не богаты. Но если соберем
По селу? Неплохая сумма. Выйдет, господин. Обещаю. Мы ею займемся, добрый господин. Я учусь на ведьмака. Приключения? О любви мы знаем немного. Любовь — это как груша. А груша — сладкий фрукт. У нее есть форма. Попробуй определить форму груши. Да что там какие-то флораны, буклеры? Наше вино хвалит даже Де Руйтер. Потом, конечно, погиб как герой в битве с черными. Отрава. Отрава! Думаешь, это... Девушка. Это не она, не моя Маргарита. Поверьте, добрый господин. Мы этим займемся, староста. Лучше останьтесь здесь. Иду или не иду? Никогда ведь такого не было. О, боги! Бабки даже детям таких вещей не говорили. Ты кто? Это было какое-то колдовство. Какой-то парень целовался с нашей Маргариткой, а потом раз, как по мановению волшебной палочки, превратилась во второго парня. Этот второй дал первому в лицо, закинул его на плечо, как мешок картошки, и пошел. Наш красавец был здесь. Клянусь богами. Не дурачься. Разве что ты хочешь, чтобы чародейка взяла свою палочку и тебя превратила в бабу. Но я правду говорю. Своими глазами видел. Мужик лизался с мужиком. Успокойся, Ламберт. Это, наверное, доплер. Меняющий форму. Куда он забрал парня? В лес. Туда, где все кошмары бродят. Господин ведьмак! Господин ведьмак, я говорил, это не она. Доченька! Я так беспокоился. Ну и что теперь, Маригольд? Время романтической прогулки по лесу. Мне что, умолять тебя о помощи? А ты могла бы? Наверное, немного арены все же пригодится. Давно я в борделе не был. Да, именно таким я тебя и знала.
я взял след. Не притворяйся. Я не притворялся. Я просто не хотел мешать чародейке в обрядах. В обрядах? Ты веришь во все, что обо мне рассказывают? Ну ты ведь чародейка? Похищаешь сирот? А потом их чищу, пеку и съедаю. Запивая сухим из тусента. Нет-нет, мой дорогой. Мой аппетит гораздо больше. Я сама распустила эти сплетни. Холопы боятся ведьм. А мне нужен покой для моих исследований. На Ретузе его не было? А что это за книга? Дай угадаю. Это что-то о ведьмаках и их возникновении. Ну-ну, ты не так уж и глуп. У меня был не глупый отец. Как-то не особо у тебя с исследованиями. Это которое по счету? Замолчи. В Каэр Морхане выживаемость была повыше. Мутацию переживали минимум 3 из 10. Здесь след обрывается. Я ожидала увидеть пряничный домик. Нет, нет, нет! Нет! Пожалуй, нам есть что обсудить, деревенщина. Нет, нет, господин ведьмак, я все скажу, обещаю. Все, точно? Да, все. Эй!
Chodźmy na tyły. Innym wejściem zaprowadzę. Nie dziurgaj się. Gdzie wy go trzymacie? Już blisko. Он в порядке. Ламберт. Я чувствую что-то странное. Что-то еще? Много чего еще. Говорила же, это Доплер. Сначала путы, теперь это. Может, скажешь, как тебя зовут? Тебе что, не нужен язык? Совсем наоборот. Часто пригождается. Зачем это все? Богух, мой слуга. Думал, что ты ученик ведьмака. Зараза. Сбежал. Там что-то есть. Госпожа! Госпожа! Не сейчас, кретин. Ну, госпожа, чародейка и... Ну-ну, интересное у тебя исследование, Арнелла. Ты забыла, что у ведьмаков иммунитет к ядам. Не нужно было убегать с Аритуза, невежда. Арнелла Виго, во имя ложи чародеек, я арестую тебя. Курва, что это такое? Это та книга. За ней! Отвали. Это невозможно. То все?
Ваше время вышло. Убей его! Ну давай! Меч! Я искал ее везде, даже в гнездах ведьмаков. Я почти его достал. Ключевое слово «почти». Этот ублюдок убил Весемира и Эскеля. Ты не дала мне отомстить. Трис мне сказала. Без него ты не мог колдовать. Тебе это ни к чему. Сам ты ее не расшифруешь. Это сделаешь ты. Откуда такая уверенность? Ты знаешь, кто я? Один из экспериментов Альзура. Это ведьмаки были экспериментом. На том самом месте, где ты сидишь, Альзур подвергал меня своим испытаниям. И создал мутанта. Ты поэтому так их ненавидишь? Все забыли, когда в мир пришли первые убийцы монстров. Зачем тебе эта книга? Я думал, ты уже догадалась. Знание, сила, не правда ли? Ты хочешь себя усовершенствовать? Хочу. Чтоб ты продолжала свои исследования, Орнелла Виго, для меня. Господин? Вы их нашли? Мы обыскали весь лес. И ничего. Так почему ты все еще здесь? Так значит, в этом дело? Когда ты покончишь с ведьмаками, займешься жрецами Вечного Огня, а кто будет следующим? Чародей? Подумай над моим предложением. У меня много времени. Ты прав. Знание? Сила?
Это был необычный человек, Маригольд. Ну, это... ведьма вам и устроила. Но... ничего. Я говорил со старейшинами. Все заплатят. Даже старый мельник, который ради женщины руку потерял. Я пойду к студне за водой. Никто не пережил бы того, что с ним сделал Весемир. Может, это ведьмак? Не смеши. Бывают разные формы мутации, но ведьмаков больше нет. Ты слишком привязался к тому, что ты последний. Не важно, кто он. Важно, чтобы он не дорвался до исследований Орнеллы. Вы сами в этом виноваты. Почему ты мне не сказала, что она затевает? А ты еще не догадался? Мысль в ручей воспоминаний ныряет. Послушайте, расскажу вам историю. 14-й колдуньи из холма. Хоть ее имя выбито в скале, холма за час презрения окрестил. Подожди. Ее воины не смыли волны. Мир еще не видит ее блеск. Невозможно. Здравствуй, ведьмак. На этот раз ты перегнул. Ты ублюдок! Нет, умоляю. Минутку, пожалуйста. Ищите ее, да? Орнеллу. Так уж сложилось, что я знаю руины, как никто другой. Я вам помогу. Господин. Чародейка хочет с тобой поговорить. Я обдумала твое предложение. Я докажу тебе, что чародейки могут пригодиться. Мне будут нужны руки.
Принеси книгу Альзура. Всему свое время. В темницу ее. Вы ее нашли? Ни следа. Не знаю, как сказать начальнику. Мой Шурин был прав. Насчет чего? Что бабам нельзя касаться меча. Когда тебе перережут горло мечом, заткнешься. Как тот карлик Чивей? Помнишь? Как такое забыть? Думаешь, они справятся? По крайней мере, не будут мешать. Нам надо их как-то обойти. Он присоединился, да? С ума сошел? Это я, господин! Не делай так больше. Знаю, тебе нравится дочь старосты. Заткнись. Они не уйдут из-под Верден. Не верю. Во что? Что эта старая курва, Родовит, все еще дышит. Плохого черти не берут. На чьей ты будешь стороне? На его. Он больше платит. Я должен закрыть его с ведьмой. Ну давай наверх. А этого свояка убила какая-то мразь из Пассифлоры. Наверное, ножом для масла. Очень смешно. Очень. Не сдавайся так легко, на этот раз. Очаровательно, как всегда. Приспосабливаюсь. Я ими займусь. Лейся, музыка. Ah!
Ты не ведьмак. Вставай. Госпожа! Прости, что так долго. На сей раз я с этим покончу. Ты неплохо справился. Как и полагается сыну сладкой ветреницы. Да ты заливаешь. Джулия Бетемарко?
Но так надо было сразу сказать, остолоп. Госпожа. Книга у вас? Пусто. Сгорела. Может испариться. Готово? Может, еще спросишь, не жмут ли оковы? Ложа уже ждет, не дождется. Ламберт, Ламберт. Я не люблю прощаний. Мэри Гольд. И еще встретимся. Жди в Артскеллиге. Госпожа? Жди меня на пятый день после Саавины. На заре. Смотри на восток. С этими чародейками всегда так? Перестаю удивляться легендам о Белом Волке. Что-то кончается, что-то начинается. Может, немного меня подучишь? Возьми ближе к рукояти. Обеими руками. Может, не сейчас. Я мечтаю только о горячей ванне. И о девках, да? О девках в горячей ванне. Ну, я сегодня и побитый. Ничего. До свадьбы заживет. Как раз до твоей. Твой тесть тебя уже ждет, не дождется. Так, может, найдем другой трактир? И каких-нибудь коней. У меня ноги так болят, как будто я неделю был в грёбаной пехоте.
Перевод и субтитры Валерия Ласыхина и Никита Коваль. Złowrogi wiatr wieje, myśl się w strumień wspomnień zanurza. Posłuchajcie, opowiem wam dzieje czarodziejki czternastej ze wzgórza. Choć jej imię wyryte jest w skale, wzgórza, które pogardy chrzcił czas, jej wojenne nie zmyły fale. Świat wciąż ogląda jej blask, ale ten, kto raz śmierci się wymknął, spokoju nie zazna ni w noc, ni w dzień. Tak z jej oczu ślad szczęścia zniknął. Przez śmierć, co szła za nią jak cień. Od południa złowroga pieśń płynie, nadstaw ucho to legendy śpiew.
Człowiek przemija, legenda nie ginie, bo prawdziwa płynie w niej krew. Bo prawdziwa płynie w niej krew. Ten sam świat, pół wieku poezji później. Coś się kończy, coś zaczyna, czas przypomina iluzję. Zardzewiałe miecze dawno już zasnęły w pochwach. Już wiedźmińska krew zastygła, żaden cech się nie ostał. Samotny wilku, nie poddawaj się koszmarom. Niebo zalało się łzami, gdy twe stado umierało. Czemu wyrzucasz medalion? W sercu swym odnajdziesz prawdę. Ten świat potrzebuje bohaterów, potrzebuje ciebie, Lambert. W przydrożnej karczmie napijmy się piwa. Posłuchajmy o nowinach, co tam słychać na gościńcach. Grajmy w gwinta, niech czas przemija jak słowa wiedźmina. Aby nie stać się potworem, chcesz przestać zabijać? Lecz znów cię wzywa ona, kolejna przygoda. Taka piękna, niebezpieczna, fałszywa stokrotka. Cicha śmierć to kochanka burzy. Ja muszę znów jej służyć. Nie schowam się w cieniu, za późno, aby zawrócić. Tylko pieśni zostaną po bohaterach. Świat przemija, wciąż rozbija się o skały przeznaczenia. Pół wieku poezji później. Nowa legenda, losy całego świata spoczywają w waszych rękach. Tylko pieśni zostaną po bohaterach. Świat przemija, wciąż rozbija się o skały przeznaczenia. Pół wieku poezji później. Nowa legenda, losy całego świata spoczywają w waszych rękach. Przed nim rok, zanim potwór zrobi krok.